На грани чрезвычайного положения. Киев этой зимой рискует остаться не только без горячего водоснабжения, но и отопления. «Накнафтогаз» отказывается подписывать договоры со столицей на поставку голубого топлива, пока город не погасит все начисленные штрафы за долги «Киевэнерго». В проблеме разбирался Данил Снисар. Детские сады, школы, больницы и жилые дома. Более 200 котельных, которые в мае были переданы с баланса «Киевэнерго» новому коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго», простаивают. «Нафтогаз» просто отказался снабжать их топливом. Майже третина будинків міста Києва немає сьогодні гарячого водопостачання. Проблема в тому, що зупинені котельні, які виробляють тепло для підігріву гарячої води, зупинені тому, що заблоковано газопостачання на котельні. Оскільки немає договору між НАК «Нафтогаз» та «Київтеплоенерго» як новим підприємством, яке надає послуги, яке є теплопостачальною організацією в місті Києві. В «Нафтогазе» заявили, не подпишут никаких договоров. Дескать, у предыдущего контрагента «Киевэнерго» перед монополистом огромный долг. Почти 5 миллиардов гривен. Из них больше миллиарда – это начисленные НАКом штрафы и пени. Теперь в компании требуют, чтобы новосозданное коммунальное предприятие в Киеве взяло на себя все долги. «Киевтеплоэнерго» должен стать правопреемником по обязательствам предыдущего пользователя имуществом. Вместе с этими обязательствами предприятие имеет возможность получить также соответствующие права на требования к должникам предыдущего пользователя имущества. Руководство НАК откровенно манипулирует нормами закона, говорят чиновники. Об этом говорят и результаты аудита, проведенного международными специалистами. Выводы, которые мы имеем от аудиторских международных организаций, заключается в том, что город не имеет права на себя брать 1,2 миллиарда гривен долгов по пеням и штрафам. Это является исключительно спор между двумя субъектами, но никак не городской громадой. К сожалению, на сегодняшний день глава «Нафтогаза» господин Коболев ультимативно поставил условия поставки газа коммунальному предприятию и городу в целом. Це абсолютно незаконно нарахована пеня, яка на сьогодні оскаржується у суді. І через те, що місто не готове приймати на баланс цей борг, який є штучний, який є абсолютно незаконний, вони не хочуть підписувати договори із містом, з комунальним підприємством. Судебні розбирательства можуть затягнутися на кілька місяців, говорять в Київгорадміністрації. А до початку отопительного сезону рукой подать, не говоря уже о возможных перебоях с электроэнергией в Киеве. Загроза є в першу чергу в тому, що з 1.08 місто бере в управління ТЕЦ-5-ТЕЦ-6, а ці два теплоенергетичні об'єкти, крім тепла, виробляючи електроенергію, яка необхідна для міста, без якої місто стане дефіцитним по електроенергії. І це вже передумова надзвичайної ситуації техногенного характеру. В ближайшие дни в Киевгорадміністрації проведуть переговоры с руководством «Нафтогаза» и премьер-министром. Столичные коммунальщики заявили, подать горячую воду в дома готовы в течение 12 часов. Как только в документе появится подпись главы компании-монополиста. Даниил Снисар, подробности, телеканал «Интер».